В Тюмени начало демонстрации сбор, точнее, с 9 до 10 у драмтеатра. Вот движение, начало движения колонны в 10.00, возле Цума значит, скажем так, завершаем, значит, там пройдет митинг, концертная программа. Вот. Но, безусловно, мы рассматриваем праздник и приглашаем людей как на праздник. Вместе с тем не забываем о том, что это традиция у профсоюза, это солидарность проявления наемных работников. Сегодня фактически те, кто не собственник, это наемные работники. Вот, приглашаем принять участие, порадоваться приятным солнцем. Солнечным дням вот, еще раз пребываться нашим городом, который как никогда к праздникам значит, при, э, прибран. Значит, но и не забывать э, заявлять свою значит, позицию по отношению к тому, какие решения принимаются власти всех э, уровней.